Всем большой привет из солнечной Германии. Сегодня я час в машине показала плюс 11. И я как бы подпростыл маленько, мы были в Сербии. Не хотел ехать, а потом решил съездить до пчел посмотреть, что и как происходит. Летает потихонечку, пойдем ниже. Побывали мы в Сербии, выставка была очень скромная. Пообщались с Мирзетом, он говорит, кризис большой, что все подорожало. И, в общем-то, жизнь стала сложнее у людей. И выставка, наверное, где-то на процентов 15-20 была меньше по оборудованию. Слышно гул, но пчел видно плохо. А пыльца идет, отсюда вижу. Сейчас пойдем где-нибудь куда-нибудь. Эти у меня в деревянных ульях сидели, надо пересадить. Да. Ой, пересадить пенопласт. Ой, поролон. Воткнуть литки. Так вот сидят. Главное, чтобы еда была. Главное еда. Вот спрыгнул, смотри. Обножка пошла. В Германии вообще как бы проблем нету. С пыльцой. А, лещина цветет. Сейчас поеду покажу. Летают скромненько. Доня приготовили деревянные нас садить. Вот эти вот. Пропали два. Ух ты, блин, на меня какахи посыпались. Ну, в общем-то, это старт, собственно говоря. Ну, печально все, погоды нету у нас в этом году вообще, как бы настолько паршиво с погодой, плюс 9, плюс 7, солнца нету, дождь, холодно. Я столкнулся в комментариях один раз в одной группе с мудрыми людьми, которые смотрят на погоду и рассуждают, как в Германии по климату хорошо. Вот, честно скажу, вот, в Германии все классно, кроме климата. Мы побывали вот в Сербии, блин, пусть холодно, но солнце и жить охота. А тут постоянно серо, 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 серо. Что-то на пар, что ли? Знаете, настыри что-то хотят. Видимо. Приятно, конечно, стартовать. Надеяться, что будет мед в этом году. Ну, наверное, будет, куда он денется. Тут рапсом все подсеяли у меня нынче. Дятел-тварюга начал долбить. Ничего, разберемся потихоньку. Ух ты, тут вообще серьезно проборовал, смотрите, какая дыра. А тут мыши, блин, короче, блин. Какая дырка. Комары кружат. По приметам тепло будет. Пироцветы. Начинается. А где комары? Только что тут были, показать хотел. Ну ладно, улетели, улетели. Или я ослеп. Подмерзает много. Прилетки надо оставить. Ладно. Этим мы займемся на той неделе или завтра. Так и живем. Тут солнышко так выглядит повеселей. Кишат. Кишат. Бджилки. Про Дадан меня спрашивали.
перешел, не перешел. В общем, ой, 5 штук, по-моему, их купил. Вот, пчелку задаю, кирпичу. Раису засыпал, накормил. И что-то так получилось. Наверное, на 3 рамках останется. Ну, короче, что-то будет. Главное же начало. А там посмотрим. Где-то тут еще один есть. Вот там он стоит. Блин, надо эти поднять, что-то сильно низко они у меня. Так, тут что у нас? Тоже дадан. Так, тут тоже что? В 2 рамках, наверное, будет. Это раи высыпал. Так, кто-то пилит. Весна началась. Все ожили. Слабенькие 2. Ползают внутри что-то там. Вопрос задавали, что ты зимуешь на 2 корпусах? Они пустые. Корпуса эти слабые, я поснимал корпуса. А так это все пусто было. Так вот, и уголок отогнут. Чтобы типа гнездо остудить. Посмотрим, что получится по факту. Этот походу грабят. А может, не грабят. В общем, так вот все летает. Прямо душа радуется. Весна. Так, вот лещина у нас цветет. Можно сказать, уже нет, еще не сохнет. Вон пчелок видно. Ее много тут, вон, видите, кругом. Я тут сейчас ее, вон они летают. Наверху. Ну, в общем-то, весна. Печально мне на эти здания смотреть. Так и мы, люди, стареем, болеем и помираем. Короче, главное всем быть здоровым, остальное все фигня. И можно заработать, или купить, или еще что-то самим сделать. Все пофиг. Потому что никому, кроме нас, мы не нужны. Быть добру.